Этот двор пока мало напоминает место, где хочется гулять или заниматься спортом. Но вскоре, обещают власти, здесь положат резиновое покрытие, заменят качели и установят спортинвентарь. Также оборудуют пешеходные зоны с лавочками и разобьют газоны. В Химках уже не первый год реализуют губернаторскую программу «Комплексное благоустройство территории». Сейчас в нее включены более полусотни дворов, которые приведут в порядок в этом году. Те площадки, которые благоустраиваются у нас в Химках, они делаются либо в результате мониторинга наших коммунальных служб и выявления площадок в ненадлежащем состоянии, либо, как делается большинство площадок, это именно по просьбам жителей. На портале «Добродел» у нас регулярно проходит голосование, в котором голосуют жители и выбирают свой двор, который они хотели бы, чтобы у них был благоустроен. Список территорий, которые благоустроят в этом году, можно найти в социальных сетях и на сайте администрации. Если вы не нашли свой двор в этом перечне, у вас еще есть возможность проголосовать за него на портале «Добродел», чтобы его включили в план работ на 2021 год. Ксения Брагина, Ольга Сухорукова, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.